Ребят, всем привет! Значит, проведем сегодня обзор новинок товара и цена. Перед просмотром видео хочу порекомендовать подписаться на наш канал, поставить лайк и порекомендовать наше видео своим друзьям, знакомым и близким. Если я так быстро сказал, это не значит, что вы должны пропустить мимо ушей и не поставить лайк перед просмотром видео. Что-то я совсем подзадорил этих наших дизлайщиков, они начали херачить нам дизлайки, поэтому, ребят, давайте поднажмем и сделаем их вместе. Погнали смотреть видео. Значит, перед нами новое поступление домашних телефонов стационарных, ребят, здесь просто шикарно, здесь все сделано под, у кого есть такого цвета мебель, все сделано именно под нее. Если цвет такого в мебели вы не имеете, то вам, в принципе, эта вещь нафиг не всралась. Здесь есть вот такой кабель, телефонный кабель. К нему прилагается вот такая штука. Это называется блок питания, для тех, кто не знает. Есть крепление, которое крепится к стене, и он типа вешается на стену. В любом случае, по ней, в принципе, больше озвучивать нечего. Если хотите, цена 150 рублей. Как я всегда говорю, можно поторговаться и забрать товар дешевле. Что касается... Тема там, да, была такая, типа, приходят такие все к нам в магазин, да, и такие смотрят на ценники и говорят: «Ай, а что? А пишите, купи дешевле, чем у всех!» А кто сказал, что при покупке вы не купите дешевле, чем у всех? По большому счету, купи дешевле, чем у всех, это и есть самое главное слово. Вот, купи. И после того, как вы покупаете, вы по-любому у нас купите дешевле, чем у всех. А если ценник висит, это не значит, что эта цена та цена, по которой вы типа обязаны покупать. Постоянно, всем, еще только не вошли в магазин, уже сразу начинаем прям всем говорить: торгуйтесь, предлагайте свою цену. Торгуйтесь, предлагайте свою цену. Ни хера не слышат или не хотят. И покупают по нашей цене. А потом говорят: ой, у вас такие цены хорошие, такие все классные цены, нас посоветовали вас. После покупки мы обязательно скажем: ребят, ну в следующий раз, если вы будете брать, обязательно поторгуйтесь. На что говорят обычно: да что тут торговаться, тут и так уже вроде как ниже некуда. Ну, короче, такая была история у нас, мы расчулились и как бы подумали о том, что... Может, не стоит забегать наперед и предлагать вам торговаться. Приобретайте по нашей цене, а уже торг — это дело каждого, кто хочет торгуется, кто, в принципе, не умеет этого делать. Он говори не говори, он все равно не будет торговаться, он возьмет только по нашей цене. А значит, ребят, есть клиент, был такой клиент, который к нам принес такую вещь, да. Значит, за данную вещь он попросил 600 рублей. Я не знаю, с чего он взял такие цены, и на полном серьезе, причем он уверял меня, что аппарат абсолютно новый, когда я его достал, он оказался бэушный, но после чего клиент сказал: да ну что там, пару раз попользовались, что он новый. Короче, вот этот прибор, его цена 250 рублей, если хотите, можете, конечно же, поторговаться и забрать товар дешевле. Есть к нему... Нифига себе подарок, ребят. Вот такая вот щеточка. Это в придачу или подарок. Как хотите, можете забирать. Идемте дальше. Закаточная машинка. Значит, она абсолютно новая. Вы посмотрите, насколько здесь все красиво, все качественно. И я не скажу, что это типа советского образца, а может и советского, а может какого-то 90-го года, а может быть уже нашего. Тут не написано. Но вот, короче, как она есть, если хотите, она абсолютно новая. Ее цена всего лишь 300 рублей. Дальше. Паста Гея. Кому нужен такой целый брусок? Хотя тут, я так посмотрю, наверное, не целый брусок. Здесь, наверное, уже отгрызли половину. Поэтому, кому надо, вот такой весь кусочек рублей, пусть будет рублей 70.
Дальше идем. Значит, отвертка. Вот это. Вот это все. Значит, вкратце по каждому. Отверточка. Да пусть будет рублей 40 вместе с этой насадочкой. Дальше. 150 рублей ключ разводной советского образца. Ножницы по металлу. Кстати, я металл не резал, но так вот, знаете, все вроде как в притирочку хорошо идет, все работает отлично. Поэтому эти ножницы мы, если хотите, рублей 70. Дальше. Стеклорезка. Это металлическая такая ручка, она классная, выкручивается. Ну, короче, вы знаете, ребят, если хотите, я не знаю, насколько она там все режет, там, да, хотите рублей 50, и она будет ваша. Дальше вот такие вот, как кусачки, клещи. Нет, это не клещи, это как... Хер его знает, что это. Если хотите, вот рублей 100, и оно будет ваше. Все в таком состоянии, знаете, в хорошем, не поломанном. Забирайте. Идемте дальше. Кофеварка советского образца. Здесь все так вот открываем. Вот это все достаем. Там внутри провод. Абсолютно новенькая, с нержавеющей стали. И весь, короче, этот набор вам обойдется всего лишь, внимание, 750 рублей. Абсолютно новенькая. И вместо турки. Электрическая. Подключаете, включили, заварили. Все отлично. Можно даже, это ж не только кофеварка, мне кажется. Это даже чай можно сварить, да, там. Листовой, крупнолистовой, без разницы. Короче, классная вещь. Че не берете, я не понимаю. Дальше. Ребят, поближе вам покажу. Это абсолютно новенькие такие вот брусочки. Напильник. Они абсолютно новые. Это советского образца. С очень хорошим хранением. Видите, это немножко тут покрылось оно ржавчиной. А так все брусочки новые. Если хотите, за каждый брусочек мы бы хотели получить всего лишь по 50 рублей. Вот так вот кладу, чтобы они не поломались там. Все дела. Предлагайте, если хотите, забирайте хоть 3 штуки. Можете предложить свою цену. Мы рассмотрим и напишем вам. Забирайте, в крайнем случае нет. Набор кофейный такой, знаете, маленькие кружечки, красивые, 6 блюдец, 6 кружечек. Вот такой набор, его цена всего лишь 500 рублей. Идемте дальше. Это все, что осталось от... Ё-моё. А, кальяна. Короче, вот эта железяка, вот это, он весь, короче, новенький. Как я погляжу, все чистенько, аккуратненько. Короче, вот это все, вот чисто для красоты антуража можете поставить там, да, ну или дальше докинуть там все дела, все запчасти и вроде как сделать его полноценно рабочим. Хотите 150 рублей, и оно будет ваше. Идемте дальше. Ребят, вот такая интересная вещь, значит, это и плоскогубцы, и ножик, и пилка. Видите, да, какая красивая. Все тут острое, классное. Дальше у нас отверточка крестовая. Потом открывашка. Забухать. Потом ножик резать там что-то, да. Может быть, очень сильно свежий хлеб. С такими вот прорезями. Ну, короче, очень интересная, универсальная штука. Ее цена мы бы хотели получить всего лишь 200 рублей. Но цена не окончательная. Естественно, можно поторговаться и забрать товар дешевле. Дальше. У нас вот такой очаровательный нож. Ёп. Молоток. Вот такой вот молоток. И плоскогубцы. Короче, не слизанные плоскогубцы. Все как бы хорошо, отлично. Единственное, что, ну, тут как бы... Короче, ребят... 10 рублей. Плоскогубцы. Напоминаю, как бронировать товар. Пишите, плоскогубцы заберу по вашей цене. Если вы хотите поторговаться, то пишите, плоскогубцы 10. Ваша цена 10 рублей, заберу за 5 рублей. И мы вам пишем ответ, забирайте. Молоточек. Вот такой молоточек, пусть будет рублей 50. А вот такой молоточек, ребят, пусть будет рублей 50. Вот два молотка с длинной ручкой и второй молоток с короткой ручкой. Все они по 50. Хотите, можете поторговаться и забрать товар дешевле. Дальше. Ложки. Точнее, нет.
хотел сказать пизжу, и все-таки сказал. Но ничего страшного. Смотрите, абсолютно новенькие вилочки. Они, короче, по 6 штук. 6 вилок, 6 ножей. Ножи такие, знаете, без прорези, тут нарезать, напилить ничего не получится. Короче, весь набор. Все это поштучно. Если хотите, вот набор, короче, 25 рублей вилочка. Значит, 6 вилок это 150. 6 ножей это 150. И набор 300. Хотите, хоть отдельно. И вилки отдельно. Ножи, без разницы. Дальше. Роликовые коньки. Вы посмотрите. Это, короче, такие коньки, как бы, да, наверное, обучающие, что ли. Если вдруг равновесие не умеете держать, да. Они сами стоят для начинающих. Абсолютно они, короче, такие детские. Но тут надо понимать, приходить, досмотреть, что к чему, мерять. Походу они разъезжаются туда-сюда, больше-меньше делаются. Короче, ребят, 500 рублей и ролики ваши. Идемте дальше. Фен работает очень хорошо. Несмотря на то, что он без насадочки, хорошо работает, ребят. Вот насколько я понимаю... Да, две скорости. Короче, его цена всего лишь 200 рублей. Состояние БУ. Это легкое там БУ. Там, нафиг. Кому это надо? Легкое, нелегкое. Короче, ребят, топовая моделька. Сейчас это сезонная тема. Это соковыжималка. Она абсолютно новая, но что-то тут так вот грязненько, грязненько. Тут грязненько, да? Я не знаю, с чем это связано. Может быть... Рядом стояла с той, которая работала. Но внутри все чисто, аккуратно, без единых проблем. Значит, абсолютно новенькая соковыжималка. И ее цена, внимание, всего лишь 800 рублей. К ней идут вот такие насадочки для шинковки. Вот такая раз. И там специальное такое блюдо, куда ставится оно вовнутрь, туда, да, и вы такие шинкуете себе на здоровье. Идемте дальше. Вот такие вот подстаканники, их всего два штуки, ну так получилось, ребят. Они очень такие интересные, вот эта штука снимается, стекло, вот видите, она такая бочонком. Значит, сам подстаканник вам обойдется всего лишь в... Давайте сделаем там... 50 рублей. И стаканчик рублей 30. Итого 80 рублей набор. Только набором нужно брать. 80 рублей и 80 рублей. Того 160. Хорошо, можно за 150 забрать. Да можно еще дешевле. Ребят, торгуйтесь и предлагайте свою цену. Дальше два подстаканника. Просто два подстаканника. Но они такие, знаете, советского образца. Они красивые, модные. Хотите, пожалуйста, по 50 рублей. Можно забрать. Ну и напоследок у нас ткани. Как я уже и говорил, в каждом видеоролике у нас поступление новинок отрезов ткани. И здесь можно, вот видите, увидеть драп или не драп. Черт его знает. Короче, какая-то ткань, сами видите, какая интересная. На самом деле, скоро холода, можно пошить хорошее пальтишечко. Вот тоже тканюха, она вроде как, знаете, я не знаю, насколько это шерсть, не шерсть, но интересная, хорошая такая. Цены все вы узнаете конкретно уже в магазине, потому что мы все-таки расписываем товар. Когда мы его расписываем, мы немножко смотрим примерные размеры и понимаем, как определить цену. Вот такая тканюха хорошая. Дальше в клеточку. Интересная такая. Вот такая. Тут 2,5 метра на 1,5. Очень интересно. Вот такая тканюха. Дальше ситец или сатин. Ну что-то такое. Очень качественное. Все советского образца, ребят. Нет, есть, конечно, варианты у нас ткани современного. Но особо все берут почему-то такой интересный
материал как советского образца. Вот это, например, это того времени, оно сохранилось, все новое, все, просто отрез, но достаточно большой отрез, поэтому, ребят, вы, если что, можете приобрести хорошо, поторгуясь, и забрать товар дешевле. Вот такая вот замша. Тю, блин, что я сказал? Вельвет. Вот, хороший такой. Абсолютно все отрезы хорошие такие. Не то, что там метр целый кусочка, а достаточно большие кусочки. Вот такой. И здесь у нас 2,3 на 1,5. Все красиво. И сейчас я вам покажу. Короче, тут с двух сторон оно одно и то же. Ну, как-то так. Все, собственно, весь обзорчик. Подписывайтесь, ребят, чтобы ни хрена не пропускать. Обязательно поставьте лайк. Ну и до скорого. Всем пока.